Нашла. Снимаются маски и голограммы. Фантом предстает перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Голограмма есть. У меня такое лицо искаженное, большое. Вышло тонкое копия. Защищаемый физический биоробот защитным потоком из чистых энергий Абсолюта. Берем Ларису в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. Вместе с тонкой копией Ларисы поднимайся в комнате диагностики. Пошел подъем. Мы на месте. Мы приветствуем Ларису, интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке, доверит ли она нам свое биополе на период сеанса. Но она за голограммой, сбоку вижу, она пытается оттолкнуть руками. Хорошо, сканер. Просканируй сейчас Ларису, отключи эту голограмму перед ней вместе с сопутствующими чипами, датчиками, имплантами и конвекторами, всеми проводами, выведи ее из биополя. И как голограмма выходит вместе с чипами и датчиками, все это отправляется силой моего намерения в клетку-тюрьму. Пошел процесс. Готова голограмма в клетке. Хорошо, Лариса, вы меня слышите? Начихает, у нее аллергия от этого голограммы. То есть у нее вверх лицо голограммы, по области лица он как большой цветок, такой опухший какой-то. Хорошо, давай еще остаточные энергии выведем сразу, чтобы это не мешало. Включай внутренний белый свет Ларисе. 1, 2, 3. И этим светом она выдавливает из себя все негативное, патогенное, низковибрационное, находящееся в ее биополе на частотах голограммы и ее подключек. 1, 2, 3. Пошел процесс. Свет пошел. Энергия выходит и формируется перед ней в шар. Рвет ее. Пусть все выходит, летит в этот шар. Выдавливаем все до 100%. Из нее много выходит, как вот тряска какая-то. Сейчас узнаем больше. Накопленная информация идет во всех тонких телах, накопилась за много лет. Грязь. Вся грязь выходит. Вышел большой огромный шар. Вот это да. Открывая воронку, под ним галактическое ядро 1, 2, 3. И этот шар уходит на переработку, закрывая, печатаю, растворяю. Итак, Лариса, вы меня слышите? Да, она слышит. Вы даете нам разрешение на работу, на диагностику и чистку? Что значит «да», я еле достучалась до вас. Это «да» или нет? Конечно, да. Отлично. Я даю команду на счет 3. Сканер сканирует пространство над головой Ларисы, под ногами 360 градусов вокруг нее. Сканер сканирует все 7 тонких тел Ларисы, находит все. Не ящер, гуманоид, инсектоид, демон и еще какое-то существо на черта похожее, но у него как свиной нос. Снимаются маски и голограммы. Сущность предстает согласно своему эфирному коду ДНК. Но эта сущность такая, она на поводке у демона. Нормально. Наливайка называется. Наливайка? А, это тот, который наливает алкоголь? Да, подливает. Хорошо. Больше у нас никого нет, Вера? Нет. Какой у нас демон? Посмотри, пожалуйста. 14. 14 герцовые. Сколько ты находился, демон, в этом биополе? Дай посчитать. Лет 15 уже. Что ж тем-то так понравилось? У тебя контракт есть с ней? У тебя есть контракт, демон? Он думает. Это как? Наверное, нет. Но может и есть. Ну, если есть, у тебя должна быть копия. Есть у тебя копия этого контракта? Дай посмотрю. Слушай, есть демон. Есть такая. Я уже сотни демонов видел, но я еще ни одного не видел, который не знал бы или сразу не признал, что у нее не было контракта. И ты такие? Ни одна она у меня. Хорошо. Значит, контракт. Идем дальше. Хорошо. И перед тем, как мы пойдем дальше, сканер просканирует полноту души Ларисы на настоящий момент. 81%. 81%. Хорошо. Сколько находилось инсектоид в этом биополе? 5 лет. Он хрипит как-то. Спрятаться хочет. 5 лет. Инсектоид, ты отсюда никуда не спрячься вообще. Поэтому стой, отвечай на вопросы, не делая резких движений. Иначе я могу это неправильно понять. Он ты... понял, он как-то на попу сел. 5 лет ты находился. Хорошо. Начинаем с реверса энергии. В процессе работы я буду задавать вопросы, вы будете на них отвечать. И я даю команду тонкой копии Ларисы спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную, негативную, патогенную, низковибрационную энергию в ее биополе. Каналы выстроились в сущности, каждый подходит к своему каналу. Канал выстраивается также и к этой голограмме.
Даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогенной низковибрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Ларисе. Энергию страха, энергию неуверенности, энергию всех болезней, все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Усилию потоки в 50 раз. Хорошо. Гуманоид, откуда ты? Я с Ориона. Кто ты? Кто я? Ловец душ. Ловец душ. Кто тебя привлек к этой работе? Заказ был. Ящера? В этом случае, да. А в каком случае мы еще с тобой разговариваем, гуманоид с Ориона? Я хотел уточнить, что заказ был не конкретно на нее, на такую душу. Палась она. Понятно. Хорошо. Считай цифру ящера над головой, Вера. 342. Кто ты, ящер? 342-й покупатель? Покупатель. Сколько вы находились оба в этом биополе? Гуманоид первых, сколько ты находился? 7 лет. 7 лет. Сколько находился ящер? Он связан с гуманоидом больше. Он говорит, что он пастух, он ее пасет, ее и ее душу. Он не находится в ней, но он связан с ней, так как у него часть ее души в копии. Хорошо. Сколько ты находишься в ее биополе? Я повторяю свой вопрос второй раз. Всего 3 раза. 4 года. У кого из вас, гуманоид ящер, есть контракт с ней на пребывание в этом биополе? Контракт на душу. Гуманоид говорит, что этот контракт плохо пахнет, но он существует. Что значит он плохо? Он был заключен. Да. В алкогольном состоянии. Если он вонючий. Демон, ты в курсе этого контракта, который в состоянии алкоголя гуманоид заключал? Ты же наливал тогда с наливайкой? Лезут, куда их не просят. Значит, все-таки лезли. Хорошо, пишу контракт. Будем проверять. Ты же понимаешь, гуманоид, что это не тот метод, не та осознанность, которая заключает контракты. Обманом в измененном состоянии. Поэтому он и сказал, что он плохо пахнет. Согласен. Хорошо. Как у нас с реверсом, Вера? Закончили. Установили фильтры золотой сеточки на все каналы в порядке реверса. Лариса забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошли энергии божественные и чистые. 1, 2, 3. Обращаясь ко всем, кто присутствует еще в квартире Ларисы, мы ее сегодня чистим. Демон с наливайкой. Гуманоида есть подключка в зале, в углу, на потолке. Ах, и гуманоида есть подключка. Хорошо, мы ее... Связь с ней, это портал. Через какой объект она, эта связь осуществляется? Через портал. Там сетка какая-то. Посмотрим. Демон, а как работает твоя наливайка? Наливайка присутствует на любом застолье. Наливает всем, пока не упадут под стол. Ставит подножки, чтобы падали. Самое первое. Знак наливайки. Это когда хочется бежать за добавкой. Наливайка ведет, не отстает. А также, когда тянет. А наливайка тянет. Выпить. Вот сейчас интересную информацию дал. Я знаю, есть такое, когда люди начинают выпивать, и заканчивается алкоголь, и начинают, сломя голову, бежать на заправки, покупать любой другой алкоголь, чтобы продолжить это веселье. Это мы об этом говорим? Об этом говорим. Можно избежать этого, если переждать. Наливайки не так много сил. Он низковибрационный. Если переждать какое-то время, то желание отпадет. В этом случае подразумевается... Поэтому наливайка торопится. Ну, в этом случае подразумевается, безусловно, и сила воли человека, его осознанность и понимание этой ситуации. В алкогольном-то опьянении. Смотря сколько пить, если не держишь контроль над собой, то, безусловно, не только наливайка придет, но и 14... Смотря зачем пить. Мне нравится, как ты даешь информацию. Скажи мне, есть ли лярвы в биополе Ларисы? Как же. Ты хочешь их получить? Ноги лярвы, живот. Еще где? Шея. Откуда эти лярвы в этих 3 местах? Ну, наверху... Негатив сброшенный, накопленный. Так они черного цвета. Вниз, а на шее конструкция. Я полагаю, воздействие было долгое, значит, они уже черного цвета, да, Вера? Черные они, ноги у нее. Внизу на ногах, как грузы, эти лярвы. Хорошо, демон. Когда мы дойдем до момента, когда ты все это вытаскивать будешь, на месте доложишь, что ты все снял, и после этого я дам тебе
команду отдельную можешь забрать эти лярвы. Как у нас с реверсом? Закончился, Вера? Да. Хорошо, начинаем тогда с... Ну, вот с демона и начнем. Давай, демон, выходи. Снимай все, что ты оставил в ее биополе. У нее такие, как деревянные какие-то ботинки у него. Он их аккуратно с пятки начинает и снимает. А как они действовали на нее, эти деревянные ботинки? Это как голландские, вот такого плана я да. вижу, да? Я увидел, да. Держали в тисках. В них очень неудобно ходить, вот это я могу только сказать. Вели одними дорожками. Вели одной и той же дорожкой. Вместе с наливайкой. Хорошо, разрешаю тебе, демон, забрать все лярвы. Ничего не забывай, как снимешь, возвращайся назад. Приступай. Какая интересная технология, наливайка. А вот от наливайки у него тоже ведут отключки к рукам. Демон забрал лярвы. Хорошо, идем дальше. Инсектоид, выходи, снимай свою конструкцию, ничего не забывай. Если есть инкубатор в ней? Есть. Хорошо, один или два? Один. Хорошо, снимай, отключайся, не оставляй своих следов, возвращайся и докладывай о готовности к проверке. Говорю, для всех проверка будет проходить сканером несколько миллионов герц. Если вдруг кто-то что-то оставит, забудет или не скажет, специально или не специально, он может по каналам сгореть в этой клетке. Такое случалось неоднократно. Инсектоид снял, и наливайка просит, чтобы его отстегнули. Он не хочет сгореть. А ты что-то оставил в биополе, наливайка? У него не было команды снимать. Хорошо. Сейчас дождемся инсектоида. Он закончен. Хорошо. Наливайка, выходи. Вытаскивай все, что ты оставил в этом биополе. У него на запястьях веревки бантиком завязаны. Хорошо. Правильное решение, наливайка. Ты снял все. Значит, тогда идем дальше. У нас остается гуманоид и ящер. Гуманоид, что еще осталось на твоей чистоте в биополе, Ларисы? В спине есть подключка. Хорошо, выходи, тебе не надо, вытаскивай все. И докладывай о готовности. У него в спине конструкция, как несколько проволок, соединенные в трех местах вместе. Мозг, спиной мозг. Это контроль полный. У них как шипы такие, они вставлены в тело, он снимает аккуратно сверху. Это в его интересах. Хорошо. Ящер, что осталось на твоей чистоте в этом биополе? Нет подключения у него к ней. Хорошо. И через гуманоида. Отлично. Значит, все сняли. Сейчас даю команду на рассинхронизацию Ларисы с ящером, гуманоидом, их голограммой, инсектоидом, демоном и наливайкой. Пошла рассинхронизация до 100%, заканчивается автоматически. А сколько наливайка уже был в этом биополе, демон? Или он сам может говорить, наливайка? Со мной вместе пришел. 15 лет назад, да? Ну, чуть меньше подключил его, 13. А сколько у него герц? Наливайки у этого 8. 8 герц? Это я даже знаю людей, которые в нормальном состоянии с 8 герцами ходят. Поэтому это потенциальные люди, в которых могут войти такие сущности. Хорошо, демон, ты кооперируешь, тебя интересует эмоциональный фантом? Интересует. Мы дойдем до этого момента, я зачитаю все частоты. После этого ты мне назовешь основные частоты, из которых все вытекает. И я тебе отдам этот шар без проблем. Я полагаю, он будет огромный. Давай. Ждем рассинхронизацию. В квартире ты один находишься или есть еще кто-то, демон? Я и наливайка. Понятно. Я буду собирать просто и там весь негатив. Он тебя интересует? Конечно. Значит, тогда покажешь мне, после того, как ты все уберешь с наливайкой, все, что вы там оставили, покажешь мне все порталы, я их закрою, после этого соберу тебе весь негатив и отдам тебе в дорогу. Тебя устраивает? Да. Хорошо. Ждем окончания реверса. Синхронизация закончилась. Рассинхронизация, вернее, в смысле. Отлично. Хорошо, сканер, просканируй полноту души на настоящий момент Ларисы. 92%, 8 не хватает. Хорошо. Включая внутренний белый свет Ларисе 1, 2, 3. Этим светом она выдавливает из себя все негативное патогенное низкоаббрационное, находящееся в ее биополе, на частотах интерферентов и их подключек. Свет пошел, остаточная энергия выходит, формируется перед ней в шар. Вышел шар. Большой? Он как небольшой мяч, там туман с нее выходит. Она плачет, говорит, как мне легко без них. Хорошо. Открывая под шаром воронку в галактическое ядро, этот шар уходит на переработку, закрывая, печатаю, растворяю и даю команду сканеру на контрольную проверку.
Пошла контрольная проверка. У меня в голове есть что-то еще. Над ответственной клеткой загорается красный маячок. Над голограммой что-то есть. Я не понял, кто не снял? Гуманоид. Гуманоид, ты меня обманул? Ты сейчас пожалеешь об этом. Гуманоид получает удар, 500 тысяч герц, удар. Ман, просто не бейте, потому что у него контракт. Ты должен был вытащить все, что ты оставил в этом биопуле. После этого идет аннулирование контрактов. Если ты пытался меня обмануть, я тебе сейчас объясню, что это очень неправильное было решение. Когда есть контракты, я могу оставлять. Не можешь ты оставлять, когда тебе дают команду вытащить все. Контракт не имеет ничего общего с этим артефактом, находящимся в ее биополе. Ты хочешь, чтобы я поднял до 5 миллионов герц, и от тебя горстка пепла осталась? Нет, не хочет. Хорошо, начинаем тогда с аннулирования контрактов. Гуманоид, ты уже получишь сегодня незабываемое впечатление, я тебе обещаю. По закону свободы воли души и свободному праву распоряжаться собственными энергиями, Лариса должна взять ответственность за свою жизнь в свои руки, выразить это намерение. Она готова это сделать? Готова. Я говорю вслух, и тонкая копия повторяет за мной. Я. Дополнение к соглашениям, контрактам и договорам. Договора выходят, активно и подсвечиваются. С демоном вышел. С гуманоидом нет контракта? Есть. Другим цветом тоже вышел. Какого он цвета? Он неоновый какой-то. Хорошо. Лариса, вот эти контракты, которые вас связывают. Повторяйте за мной. Внутренней властью, по закону свободы воли души и законному праву распоряжаться собственными энергиями. Пошел возврат энергии, если таковая есть. Есть. Идет свет души от с контракта с гуманоидом. От контракта с демоном сила возвращается ей. Готово. Открывая воронку в галактическое ядро, все аннулированные контракты, договора вместе с фантомами уходят на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатаю, растворяй. Есть. Сканер, просканируй. Ларису, выведи то, что оставил гуманоид на своей чистоте. У меня чипы 4 штуки небольшие в голове. Как они работали, эти чипы? Импульсы давали. Вышли они? Да. Хорошо, Лариса. Вот эти чипы вам давали импульсы и манипулировали вами. Вы хотите вернуть всю свою боль, которую вы получили от этого паразита? Хочу. Выстраивая прямой канал к этому гуманоиду 1, 2, 3, перепрограммируя эти 4 чипа на максимальный отток энергии. Устанавливаются все эти чипы в его голове, включая их на полную мощность. Пошел процесс. За одну минуту Лариса возвращает всю свою боль, которую она получила от этого гуманоида, и он ее полностью ощущает за одну минуту. Пошел процесс. Заканчивается автоматически, когда все уйдет. У него дискомфорт сильный, и ломки, и его трясет, и у него куча мыслей пробегает по кругу. Это какая-то ненависть к себе. Он чернеет. Бывает, когда паразитарная сущность занимается плохими делами, и когда ему это возвращается. Бывает, она имеет полное право на восстановление справедливости. Он упал и рычит, тянет руки. Это что значит? Заканчивается автоматически, когда 100% он заберет назад. Все. Всю эту боль он должен прочувствовать. Это воля того человека, на которого ты воздействовал. И закон кармы в действии. Там одиночество какое-то. Он забился сейчас в угол, колени поджал. Что такое? И как стулит. Понятно. Хорошо, пусть там сидит в углу. Демон у нас более кооперативный. Сейчас я даю команду сканеру. Сканер просканирует полноту души Ларисы на настоящий момент. 100%. Отлично. Значит, мы все вернули. Выходит эмоциональный фантом Ларисы, проецирует все негативные программы, негативные мыслеформы, а также все низковибрационные эмоциональные энергии, генерированные, проецируются на ее эмоциональном фантоме. Фантом выходит. Он такой тучный, серый, темно-серый вышел. Хорошо, Лариса, вы готовы с ним расстаться? С этими энергиями? Да, готова. Сворачивай их в шар. Демон забираешь? Конечно. Отправляю демону и слушаю тебя. Одиночество, вина, депрессия. Одиночество, вина, депрессия. Прямо в этом порядке все идет. Хорошо, мне этого достаточно. Демон, я тебя сейчас наливайкой отправлю в эту квартиру, где живет Лариса. Ты соберешь за это время все вместе с ним. Наливайка, ты понял меня?
После этого я соберу весь негатив, и ты мне покажешь портал, и после этого я тебе отдам весь негатив. Все тебе понятно. Открывается портал в квартиру Ларисы 1, 2, 3, и демон с наливайкой уходит в этот портал. Закрывай, печатай, растворяй. Готов. Инсектоид готов уходить? Готов. Ты больше никогда не придешь в это биополе, если еще второй раз встреча, а я помню всех. Ты никуда не уйдешь больше. Все понятно? Да, он так напуган, что-то все понятно, ему он уж цвета меняет. А что ты волнуешься так? Неприятно ему находиться здесь. А, высокие энергии, понятно. Хорошо, открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте инсектоида 1, 2, 3. Инсектоид забирает все, что принес, и уходит на свою частоту, закрывая, печатая, растворяй. Готово. Я прошу Ли выйти со мной на связь. Слушаю. Приветствую тебя, Ли. У меня здесь ящер 342, 4 года с контрактом. Пьяный контракт был заключен. И гуманоид Орион, ловец душ, 7 лет. Обманул меня, не вытащил чип, который он установил в ее биополе, которым он все это руководил. После этого мы отдали реверс. Вернее, Лариса отдала реверс всей своей боли, которую она получила. И он прочувствовал это на себе, поэтому он сидит в углу. Понятно. Контракт расторгли? Все расторгли. Забираем. Благодарю тебя. И да, там еще украли. 81% души был. Мы все вернули назад. Забрали. Отлично. Хорошо, клетка пустая. А, у нас там и голограмма. Голограмма. Под голограммой открываю воронку в галактическое ядро, и голограмма уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Поехали по частотам. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. 1, 2, 3. Хорошо, Лариса, мы закончили вашу чистку. Все сущности ушли, все контракты аннулированы. Вы заправлены энергиями. Как вы себя чувствуете сейчас? Жар изнутри. Моя душа, как жар птицы. Из клетки вышла и разлилась по всему телу. Берегите свой жар птицу. Для этого необходимо работать с ней, общаться с ней, разговаривать с ней, чувствовать ее, заправляться энергиями, сбрасывать негатив, убрать полностью негатив, вернее, вашу реакцию на негатив из вашей жизни. Не смотрите плохих программ, не смотрите всего, что вас раздражает. Сохраняйте это спокойствие и чистоту, и вы останетесь чистой. Не забывайте сбрасывать негатив. Сейчас мы будем возвращать вас назад в вашу систему биоробот-душа. После сеанса наш администратор перешлет вам наши рекомендации. Вот, и мы сразу после того, как вас вернем, приступим к чистке вашей квартиры. И для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Ларисы в ее систему биоробот-душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация и гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключаемся от объекта.